2015-й стал годом Дженнифер Лоуренс. Блондинка не только была названа самой высокооплачиваемой актрисой, но и признана главной звездой Голливуда по версии портала Vulture. Дженнифер обошла в гонке за это престижное звание старших коллег Сандру Баллок и Скарлетт Йоханссон. Анджелина Джоли и вовсе занимает лишь 17-ю строчку в рейтинге. При этом девушка, по ее собственному бесхитростному признанию в интервью американскому Vogue, несчастна в личной жизни. Она скучает по бывшему бойфренду Николасу Холту, но не хочет вмешиваться в его новые отношения со звездой сериала «Хор» Дианой Агрон. Летом этого года Дженнифер рассталась с лидером группы Coldplay Крисом Мартином, который тоже уже закрутил новый роман с актрисой Аннабель Уоллес.